Дворовые нудисты. Слишком жаркое для сентября солнце, видимо, напекло голову некоторым гражданам слишком сильно. Дошло до того, что прямо во дворе многоквартирного дома в московском районе мужчины средних лет устроили обычный пляж, а потом пошли дальше и превратили этот обычный пляж в нудистский. Я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Носорог рок-рок идет, крокодил дил-дил плывет, только я все лежу и на солнышко гляжу. Двое мужчин вот припарковались на парковке вот в этом месте. Принимали солнечные ванны, вот нижнее белье свое оставили. И происходило это вообще практически на детской площадке. Здесь люди были, гуляли, то есть родители с детьми, колясками. Они разделись догола. А когда они разделись, они продолжили свои ритуальные танцы уже голыми, тряся всем, чем можно только трясти. Вот здесь вот. Разделся один и бегал тут с бутылками голые. Нижнее белье вот мужчина оставил. Ему показалось, видимо, оно влажным, потом его снял, бросил. Выпивали, чокались, качали, да здравствует чего-то там. Подумала, господи, совсем прям мужики с ума сходят. Они были в очень плохом состоянии практически, ну, не осознавали даже себя. Сели за руль потом в таком состоянии и уехали. Ну, также люди говорят, что информацию передавали соответствующие органы в ГИБДД, вот уж не знаю там как. И вызывали милицию, милиция не приехала, не отреагировала. Страшно представить, что они могли сделать на дороге в таком состоянии, забыв свои трусы, вот где они находились. Это ужас. Ладно, хоть он ничего не сделал этим детям, потому что всяких там полно. Ну, дети-то видят, что как влияет на их психику. Неизвестно. Дебилы, как их можно назвать еще? Взрослые люди. Ну, слушайте, вам нравится ходить голым, показывать свои достоинства всем? Идите на нудистский пляж. Ну, не нужно это делать на глазах совершенно посторонних людей и маленьких детей, которые здесь в выходной день приходят играть в песочке. Эти негодяи совершили как минимум 3 правонарушения, преступления. Во-первых, они припарковали свой автомобиль на места для людей с ограниченными физическими возможностями. Это раз. Во-вторых, по всем внешним признакам они были в неадекватном состоянии, в состоянии опьянения, либо наркотического, либо алкогольного, это два. И в-третьих, они нарушили общественный порядок, устроив здесь уличный стриптиз. И уже как минимум за эти преступления они должны ответить. Главный герой этого видео, столь бесстрашный в состоянии легкого опьянения, протрезвев, уже стал более стеснительным и от интервью отказался, лишь несколько слов сообщил по телефону. Ну, как бы, за этот момент, да, действительно бывает. Ну, блин, бывает. Ну, я от души искренне извиняюсь. То, что, да, действительно, там могли быть дети, да, мне за это действительно стыдно.